Рад всех приветствовать! Сегодня мы с вами будем делать вот такую вот красоту. Согласитесь, классная вещь. Изготовить ее на самом деле очень просто, а для ее изготовления я буду использовать такой вот лобзиковый станок. Приобрел я его буквально на днях. В качестве материала для изготовления я буду использовать фанеру толщиной 9 мм. Также нужно на принтере распечатать эскиз будущего изделия, который в последующем мы будем с вами наклеивать на кусок фанеры и уже в дальнейшем выпиливать на лобзиковом станке. Но прежде чем я начну, хочу немного рассказать о характеристиках своего лобзикового станка. Модель данного станка называется JB-SSA-22V. Станок довольно тяжелый и благодаря этому очень устойчивый. Вес станка составляет 30 кг. Конечно же, для большей устойчивости его лучше прикрепить к верстаку. Для этого здесь есть специальные проушины с каждой стороны. Мощность двигателя данного станка составляет 0,125 кВт. Ну, точнее, 125 Вт. Максимальная глубина пропила 50 мм при 0 градусах и 20 мм при 45 градусах. Частота хода пилки может составлять от 550 до 1550 ходов в минуту. В этой модели лобзика используются вот такие вот пилки. Ширина пилки составляет 3 мм, длина пилки составляет 133 мм. В комплекте поставляются две вот таких вот пилки. Одна уже установлена на станке, вторая идет как запасная. Максимальная ширина заготовки, которую можно обрабатывать на данном станке, составляет 558 мм. Что довольно неплохо, согласитесь. Материал основания чугун. Размеры рабочего стола составляют 650 на 350 мм. Угол наклона рабочего стола влево от 0 до 30 градусов. Вправо от 0 до 45 градусов. Диаметр патрубка аспирации опилок имеет 35 мм. Тем самым без проблем к нему можно подключить пылесос. Почему я купил именно этот станок? Во-первых, здесь есть вот такой вот регулируемый патрубок для сдува опилок. Также вот здесь вот расположена плавная регулировка частоты хода пилки. На мой взгляд, очень удобно. Кнопки старт и стоп. Защитный кожух пильного полотна. Регулируемый прижим заготовки. Вот так вот его можно регулировать. Подъемная верхняя часть рамы. С регулировкой высоты нижнего положения. Ну а теперь, пожалуй, приступим к изготовлению. Сначала сделаем разметку и вырежем нужный отрезок из фанеры. Далее берем наш макет и при помощи столярного клея приклеиваем его к фанере. После того, как заготовка высохла, нужно взять дырель либо шуруповерт и просверлить по одному отверстию в каждом ребре.
Ну а на сегодня, друзья, у меня все. Вот такая вот самоделочка получилась из фанеры. По затратам все минимально. Небольшой отрезок фанеры, из которого можно изготовить вот такое вот классное блюдо для фруктов при помощи лобзикового станка. Ну а на сегодня все, друзья. Надеюсь, мое видео вам понравилось. До скорых встреч. Пока-пока.